тоже. Всем привет, ребята, это Никита Петров и Кирилл Широков. Да. И это веселая минутка до первого поражения, то есть так называемый подъем в гору. Причем без этих... Да, Хардкор режим. Да, без возможности сохраниться на определенном месте. Что-то, по-моему, уже круто все. Вот давай сейчас поставим ставки, ребята. В какой момент это все закончится? Да. Но в этой партии уже все закончилось. Это минутка, никогда нельзя быть уверенным. Ну, здесь все плохо. Нет, на самом деле, это, я знаешь, что ставлю? Я ставлю то, что мы поднимем, да, двух... 300, 200, 100. 200, 200, вот. Я ставлю 2200. 2000. 2000 ты ставишь? Да. То есть ты думаешь, как всяк... Ой. Ты думаешь, то, что тебя какой-то там четвертый разряд, пятый выиграет, да? В пуле легко. Все, здорово. P1. Сейчас, прошу заметить, у нас рейтинг 1689, да? Да, или 36. 89. Я там сыграл один этот турнир в пуле на этом. Сейчас это бесплатные турнирчики. Так, Е4. Мы не будем играть Гамбит Хэллоуин там как-нибудь? Да можно в пуле что угодно играть. По-моему, уже все в этой партии не очень. Да, вроде нормально. Сейчас слон станет на Ф4. Не встанет. Ну, Ф4, да. Е5. Я бы вот Е5 пошел. Жертва пешки такая радостная. Наш соперник Харза. Можешь показать информацию о нем? Если будет свободная минута. Татьяна Хавская. Хорошо. Да, мы потеряли много времени. На 7 напали. Тонко. И на Е7. Да, конь c6 все держит. Ну, слон d5. Ладья e8, видимо, да. Это все посчитано было? Сейчас поменяется. Я не уверен, что это сильно хорошо для нас. Ну, сейчас конь на b5 придет, наверное. Или на d5. Сейчас, видишь, он как-то начинает ковырять нас. Надо понадежнее. Флаг нужно срубить, я так думаю. Да, побить, ферзя поставить на e2. А почему король? Я ферзь h1 ожидал. Ага. Но теперь вот этого не будет. Так. Тяжелая ситуация с флагом. Да, легкая, по-моему. 6 секунд лишних. Но она хорошо играла, нет? Ну, скорее мы там заговорились чуть-чуть. Не зеваем мат в один ход. Да, не зеваем. Ферзь e2. Все, нужно срубить флажочек, что это успешно и сделано. Итак, вторая, да, у нас победа. Да. Ничего, до двух. Это все в одном видео будет. Я предлагаю так. Да, только да, до самых суровых. Конечно. Гамбит мор. Зрителей. Ну ты здесь все знаешь. Ой. Да, гениальная жертва. Не обращайте внимания. А как ее отыгрывать тебе? Да никак, это же минутка. Зачем что отыгрывать? Нужно угрозу просто создавать. Да, любая угроза — это победа. Ну, серьезная угроза. Mm. Вот так вот. Еще жертвуем, да? Конечно. Не в пешке, не в пешке же играем. Скинь полкомплекта. Да, если учесть, что слон, конь никуда не идет там. Или идет? Идет. На e6 надо накинуть. Конь f7, давай. Давай. Зачем? Непонятно. Ну, слон c4, наверное. Конь d5. Слон e7. Ладно, не важно. Флаг упадет, видимо, да? Так, нужно, можно побить на f6. А, вот так вот. Не, ну безнадежно так-то побить. Да нет, конечно. Мы рискуем скоропостижно закончить его. Да, видео будет 4,5 минуты. Тоже неплохо. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут он в ходе h3. Конечно. Да, но тут флажок, наверное, упадет все-таки.
Двойной, да? Ладья c8 там выигрывал. Кого это волнует? Пешка на e6. Меняемся, меняемся. Да, да, да. Тут уже не меняемся, флаг. Поставь уже на c2 слона. Да, победа. Номер 3. Ну тут солидный перевес. По партии так не скажет, ну? Да. Номер 2. А6, b5. А, ну вот сейчас вот партия может закончиться. Все, сам главное пешка А6 не трогать. Потому что на g6 никак не держится, да? Ну, вообще уже все. Приплыли, да? Да, по-хорошему. Нельзя же так над людьми издеваться. Ой. Сейчас тут боль начнется, адская. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, это была плохая идея, наверное. Да, что-то тут проблема есть некоторые. Проблем? Точнее, она абсолютно безнадежна. В хлам. Ну, знаешь, соперник будет долго думать, как реализовывать этот перевес. Не думаю, что он будет долго думать. Ну, давай. Камбэк. Да, на c6 вообще никому не интересно. Слон d7. Это же бить надо было необходимо, да? Так, ну 18 секунд, есть шанс выбить флаг. А нет, соперника, лагерь жесткий. Чего у нас материал? Всего лишь без ладьи? Слушай, ну это еще не так плохо. Да, отлично. Так. Он неплохо играет, мат на c6. Понятно. Девять секунд. Практически невозможно ничего не подставить, если честно, в такой позиции. Короля А7 надо сыграть. Это можно побить. Так, ну здесь уже все абсолютно выиграно. О, ферзь второй пошел. Все, давай не будем так рисковать. Это какая у нас победа? Номер 5? Или номер, да. Номер 5. Ладно, ладно, играем нормально. Да. Мы хотим все-таки 40-минутное видео, а не 7. Защита каракан. Ну вообще херня какая-то, я сейчас была жиром. Играет против нас чувак со странным ником. Нам нужно наланживать контр-игру срочно. Слушай, ты не боишься, что он сейчас пешки накатит? Ты видел, что у нас было в предыдущей партии? Ну и что? Ну я уже ничего не боюсь. Радостник, да? А, то есть ладью не жалко, да? Не. Пропаганда радостных шахмат. Ну когда-то же я должен этим заниматься. Наверное, люди подумают, что я хорошо встретил Новый год. Ну, пускай. Этот, как там? Почему меньше времени? Пойди, такие ходы должны вводить соперников в ступор. По-моему, скорее не вводят меня в него. Он хорошо играет сейчас. Конь А6 будет сыграно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты все это видел? Ну да, ну а что в этом такого? Конь А6 будет... А. Что у нас с вами конь А6 пристал? 20 секунд. Ой-ой-ой. Че, все видишь, что? Да, экстрасенс. Ну хорошо очень играет. Это надо бить. Это не надо бить, но можно. Не надо, но можно. Нужно на 6 можно съесть. Красиво. Какой я красавчик. И ферзь f4 же. Ферзь f4. Ладья висела. А, так все равно потом шахом уже все менялось. Так, ну тут флажок уже. Да, бей и руби флаг. Да, ты молодец. Ну вот покажи, это момент был. Ферзь F4 был удар. Ну не удар, просто размен ферзей, ладьи, ничего, ладья там не было.
Где? Ну, чуть подальше. Еще чуть подальше. Вот здесь. Вот. Ферзь f4. Ладья висит, Ну, ферзь так конь, f4. конь зависал в конце. На, ну и хер с ним. Я нормально сыграл. Ну, я не спорю. Мы вообще нормально играли, кстати, так проще. Не, ну он тоже очень хорошо играл. Посмотри, везде минус 2. Так, Я даже на интуиции посмотрел, ладью отдал. Неплохо. Так, ну, это была седьмая или шестая? Это было неважно. Да что такое? Все, поехали. Надо с формой немного поработать с ним, нет? Да, пожалуй. Да, ну. Следующий, принц, следующий. Защита Алехина. Че это за вариант? Я не смотрел ролики. Вариант бешеных пешек. В нем нет этого варианта. Отлично. Белые получили отличную пешечную структуру. Да. А 6, наверное, тонкий ход, да? Да, нам неплохой ход, может быть. Соперник здесь наработки. Ну вот конь на e6, на e7 мешается, да? Ой, мат грозит. Да, крайне незаметный. А вот теперь слон g6? Слон g6 не было? Слон g6? Ну теперь там сам бог велел. Да, здесь как-то надо... Слон... А, может быть, b3? B3. А почему не b3? А, так, b3, просто мат. b3 тонко, но так тоже неплохо. Ну все, мат. Приплыли. Седьмая партия. Это точно была седьмая. Ну да, поставь 1770. Угу. 11 минут уже, Никита. Нормально, держимся, продолжаем. Держимся, да? Ты должен веселее быть. Я вообще веселый сегодня. Нет, ты должен быть еще веселее. Ну так ты играешь не весело. Вот ты даже не пошел. Я поставил в одной партии первыми 7 ходами ставил пешки на 6. В стиле незабвенный. Поставь 1750. Не хотят люди играть с тобой. Так, ну давай пожелаем всем новогоднего настроения. Кстати, когда у нас будет конференция? Завтра. Отлично. Ты сегодня сам отказался. Ну, я понимаю, да, но... Радостник, смотри какой. Ой-ой-ой, а так надо играть? Нет, не надо. H4. Ну ладно, можно здесь побить. Ну что ж ты такой этот? Все, идем мы отставить, Никита. Идем. Идем конь G4. Ой, там грозило d5. Неприятно. Ну что ж он какой, а? Да. Все, мат. Сейчас будет мат на h7. Ну, где побить мат будет? Ну, побить можно на f6. И чё? Конь g4. О, конь g5. Ладно, ушел. Слон g4 и ферзь h4. Ферзь h4. А, ну да. Ну тем более, теперь сам бог велел побить. Спёртый мат. А, никак мы не сделаем спёртый мат. Мат по последней, ты имеешь? Да, да, да. Сейчас мы поставим пешку на d7. Так, по времени, смотри. Если чё, так у нас не очень. Я, конечно, понимаю то, что у нас там 17 тысяч лишних фигур. И 17 тысяч лишних пешек. Почему именно 17? Ну, не знаю. Почему именно тысяч? Какая из них пройдет ферзи? Обе. Да зачем? Пусть они пугают соперника лучше. Еще одна. Еще одна пошла. Больно теперь. Очень больно. Зачем нам ферзи? Так, ну, поехали. С ним же. Так, очередная скучная партия. А это теория? Или ты просто не сможешь? Конечно, именно теория, разве непонятно. Кстати, по-моему, тебе уже больно сейчас будет с ферзем на g3. Смотри, слоны как смотрят. Напугал. Ну, никто же тебе не даст его. Ой, пешка на e4 загнулась. Надо слоном только бить. Не. Или типа слон моя машина. Да, конечно, 5 воткнуть.
Конь f6. Сейчас же поменяют его. Тебе ему не жалко? Нет. Конь f6. Я бессердечен. Смотри, какой красавец. Ой, на пешку напали. Ай, чуть неприятно. Вот так. Вот сразу бы его поменял, не было никаких проблем. Да и так нет никаких проблем. Но все равно ферзь, знаешь, это неприятно. Образуем мощный пешечный центр. Нет, соперник влезет на e5. Слона на f6 можно поставить. Как можно допускать вот коня, например? Ой. Жалко, не получилось сейчас спёртого мата, да? Да что ты фанатик спёртого мата какой-то. Минутку прикольно его поставить. Зимний ферзя А на что в игре. нем такого в этом спёртом мате? Ты комбинацию уже лет... 600. Да больше, наверное. Ага. Мат будет? А, все, привет, да? Так, 16 минут у нас уже. Сколько партий, мне интересно. Ну, посчитай. Ты можешь посмотреть? Ну, думаю, что около 10. Ну, да. Ну, так, я там что сказал? На 2000 остановимся, да? Да. Так, это нечестно. Не, ну ты будешь нормально играть. Буду, буду. Я сказал 2200. Будет смешно, если мы выиграем 100 подряд. И видео будет идти до 6 утра. Че, он не захотел играть? Нет. Вариант, видимо, не понравился. Там наработки у тебя были жесткие. Конечно. Он это почувствовал. Обычно у людей с 1800 на планете глубочайшие наработки. Так, ну, ДЦ, ДЦ. ЦД. Ой. Это был бы достойный ход. Нельзя много думать в минутке. А хочется. Ой. Ну да, все, теперь в позиции черных нет никаких проблем. В позиции белых тоже. Стоп, была же ловушка с ходом d5. Это не ловушка, это просто ухудшение своей позиции. Почему? Ну то есть, ну... Ну как, почему? Я должен долго сейчас объяснять, почему. Меня не оценят тогда. Проиграю партию из-за того, что буду долго объяснять. Да, и никто из нас не угадает, на каком рейтинге мы остановимся. Ну, побьет коня, конечно. Слон завис. Ну, ферзь завис еще. Ну, в первую очередь слон завис. Конечно. Именно почему, в первую. Почему же не в 6 пойти? Какой у нас план? Флаг срубить. А еще? Типа запасного нет, да? Нет. Никаких запасных. Ну вот и сыграть пешками от короля и получить мат. Хороший же план. Слона на наш 7 еще можно поставить. Ой. О, ой. Ой. Ладно, будем это... пугать. Ну что сейчас? О, неприятно. Вообще ничего нет, но главное, что напугали. Да можно на b4 побить тупо. Не-не, нельзя. Почему? Ну, потому что. Можно было пойти ферзь b1 и закончить партию. Там ферзь на f1 стоит. А у нас слон на h7. И что? Ну, в смысле, закончить позиции без коня? Да. Тоже неплохо. Зато у нас было бы лишнее время. Итак, 11 для 12 партия. Ну, будем... Давай поставим, Никит. Какая сейчас партия идет? Давай попытаемся сыграть побыстрее в этот раз. Он тоже очень быстро играет, Ваня. Доставь коня уже. А, это был просто так, да, сыграл? Ой. А жертва, где жертва? На мат, почти на мат напал. Вот видишь, вот просто одна жертва там. Да, там даже мата нет, да, никакого? Там вообще ничего нет. Ну нет и нет. Человек продумал 17 минут. Земную ладью. 17 минут продумать пулю, это сильно. Почему ты ладью не взял? Ну ладно. Согласен. Ну куда-нибудь. Наш 7, например. Наш 7 это же мат был. Ну да.
Нет, не важно, в любом случае он DT. Но он этот ход не найдет, он слишком сложен. Поехали. Ну что, может, две части сделаем уже? Все-таки 23. Не-не-не-не-не-не. Именно одну, да? Что любят люди, там шоки были. Наши зрители смогут проникнуться всей тупостью этой игры. Солнце. Слон B5, слон C4, тонкий маневр. Ну, теория вообще. Серьезно? Да. Я играл вот с Артемом в сеансе так, белыми. Был очень близок к тому, чтобы загнуться. Но в итоге Артем чего-то испугался, и получилось ничья. Положительная статистика. Это тоже все теория? Нет. Это ты уже что-то зазевнул, да? Да. Подчитывался. Ну, слона хоть, жаль. Слона на B5 надо поставить. Ну, сейчас это бесполезно. Блин, ферзь C4. Ладно. Отрезаем линию D ферзю. Хотим поставить ладью на D1. Просто без пешки. Он просто лишний... Пожертвовал пешку за 10 секунд. Личная жертва. Ой. Так, по первой, самое главное, ничего не зевнули. Все. По-моему, у нас безумно хуже. Да, есть немного. В это волнует. Ну, аж 4, да. Так. Да, ладья D8 будет сыгран. Вот так. Нам не нужен конь, да? Абсолютно. То есть, ну, мат-то ставить чем будем? Фигзём. Да, очередная рубка флага. Ты что хочешь? 18 секунд ты приводишь, от 15 до 18, это много. Давай сыграй какой-нибудь E5, E5, ну... Обещаешь, что ты сыграешь по E5? Хорошо. Ну, прикольный же гамбит этот. Да. По-моему, тот бестолковый, правда, ну ничего. А белыми будем играть F4 вторым ходом? Будем, будем. Все. И первым даже. А черными будем играть F5? Да все, успеем. Вот заказывай музыку перед следующей партией, чтобы я не терял время. Как в паре, да? Да. Конь должен стремиться на E3. Ну, ни о чем тебе не сказал, да? Чего сказал? Опять привез кучу времени своим соперникам. Ничего, без пешки, да? Лишняя фигура. А, фигура за пешки. Ты же сам сказал, что конь должен стремиться на E3. Вот так вот, наш 2. Но там же его нельзя брать. Сейчас надо ладью как-то. Ладья. Я скриншон сделаю этой партии. Я сделал. Да, на чем сейчас G4 пошел, то ладья оттуда никогда не выйдет. Это ужас. Не, ладья забавная. А, все-таки выкурил. Хотя можно что ставить, тут снова ладья будет фаут. Просто... Подумаешь, фигура. Слушай, надо вырезать как-то из этой записи отдельно. Как это можно сделать? Что? Я хочу из этой записи обрезать и отдельно вот этот ролик сделать. А, посмотри, как суровый мир, чтобы ладью освободить. И все равно двойной удар. Что я сделал? Хватит издеваться над доской. Так я случайно что делать? А, там же как-то можно вернуть на место. Вот так будет играть. Тоже неплохо. Как-то настройки, Никит, и стандартные. Интерфейс там, да, типа, посмотри. Где-то вернуть все на место там. Стандартные настройки, что-нибудь такое. Да это не то все. Окей. Нет, я думаю, вот это в интерфейсе должно быть. В стиле консоли. Да не, вряд ли. Это не то, ты всё не то смотришь. Ну, пока нам паузу нажму. Хорошо. Так, мы продолжаем. Так, сейчас выключу Google Chrome. Что у нас там, 1862? Ну, Chrome — это самая лучшая читерская программа. Да. Правда, читерство не шахматное по жизни. Слон H3 это было бы сильно.
H5. Почему не H5-то? Мне даже такие ходы в голову не приходят. Я ничего не могу сделать с этим хилом. Слабый ты шахматист. Да. Вот, видишь, просто одна угроза, 9 секунд раздумий, как от нее защититься. Все, соперник в шоке, угрожает вилка. Так, ну... Конечно, надо поменять ладьи. Угу. Никита, ты здесь? Да, да, конечно. Как тебе партия? Она увлекательна. Да. Ферзь стремится на... Никуда он не стремится. Но вот на e5 он стремится, да? Да. Главное, после ферзя f4 под вечный шаг не попасть. Так, так. А ничья это будет считаться условием? Не знаю, да я не будет ничей. Я убегу. Не, ну просто на будущее. Ну ферзь d7. Конечно, ферзь b5, там, ферзь b4, ну похер. Размен. Все, закончилось. Там вилка была, он должен был поменяться. Я видел двойной удар. F4. Что играет? Ходом. А. Ты сам виноват. Ну. МСТ было интересно, как играть на d5. О, какие у нас тонкие. Слушай, ты уже 26 минут бьешься без поражений. Вот это достижение, слушай. Да. У нас. Я буду гордиться этим всю жизнь. Зачем такого слона менять? Зачем ходить от короля? А, это жертва пешки тонкая. Стоп, он сейчас h5 пойдет. На h5, h3. Это, да. На h3. H3, коня f6. Не, давай все равно подвяжем. Теперь h3. Стоп. Не, ну у него есть компенсация, да, но фигура старше. И в конь стремится на e6. Можно ладью в любой момент скинуть на g4. Главное, чтобы... Главное, что мы нечаянно по линии H сами мат не получили. Есть такой риск. В таких позициях. Ну, бей на e6. А почему на e6? А, еще нельзя было. Теперь можно. Конь. Ну, теперь можно. Да не. Шел. Ладно, побью. Наконец-то. Меняй. Это разве не твой стиль? Почему на c5 не побить? Не почему, увидел. Почему на f6 не побить? Почему на f6 не f6 не побить, потому что конь застрял. Mm. Не пусти, приставай ко мне, времени мало. Сильная позиция. Слона на e5. Ты все время на фигуры нападаешь, надо их ставить куда-нибудь просто. Угу. Ой, после конь b4 я, кстати, пешку не догонял. По-моему. Хотя у нас там c5, a2, c6. Наверное, все равно выигрывали белые. Ну, ладно. Продолжаем. Да. 1890. Еще 110 пунктов, и ты, наверное, загнешься. Да, по моим подсчетам. Как ходить вторым ходом? e5. Ну, это бездарно. Почему? Потому что... Ну вот после h3 непонятно как играть. Да не зачем, зачем я тебя послушал? h3 сильный ход, кстати, да? Так, ну конечно. Ой. Успел спасти. Да, ну. Именно так надо играть. 500 ходов конем. Принцип маэстро Леона. Да. Да. Теперь вторым одного съели. Пал смертью храбрых. В три, жаль. Так, наша задача, чтобы он... Да, вот все, наша задача выполнена. Вскрыть линию, вскрыть линию, да. Черных не так, чтобы прямо совсем проигран. Да, сейчас все поменяется, будет нормально. Только если учесть, что все пешки у белых уже на 4-5 линии. И чё? Они наоборот слабы. Почему? Сейчас начнем их объедать. Не дают, ладно. Нет. Ладно, просто, да, сходил.
Ого. Не хочет ничьей. Какой смелый. Ой, слона 6 грозит. Даже я это видел. Ну, надо 7 же. Да, тут, короче, фуфога, рубство начнется сейчас. Адовая. Замкнули позицию. И на выигран. Ну да. 1900 уже. Полчаса. Угу. Чё играем? Быстрей. Ну чё угодно. F5. Быстрей. E5. G4. Отличный дебют. Мне кажется, у черных уже лучше. Тебе кажется. Ключевое слово. А что такое? Линия вскрыта, уже без фигуры. Нет, ну без фигуры, конечно, лучше уже. А до этого нет. Король H8, тонко. Да тоже белая такая мощная комбинация. Для пули это не самая приятная позиция. Не знаю, что я вскрываю, куда я вскрываю. Сейчас фигуры буду сбрасывать обратно. Ну, конь H5, конь B3, он что-то стремится прям. И что он будет там делать? Стоять. Замечательно. Ну, например, на B1 нельзя было отходить, потому что был конь... Ой, уже я все зевнул. Вы знаешь, какие ходы надо делать? Ничего, держимся. Время еще по 27 секунд. Давай, меняйся. А что ж ты такой злобный? Ну сходи уже король H7, а? Чтобы он съел эту ладью. Не хочет. Конь на B3 просто, артист. О, отлично, заперлись. Ты доволен? Да. А ферзь туда никак не ворвется? Неважно. У него просто полей нет, ферзя. Не давай ни единого шанса. Блокаду устроил такое. Ну все, конем ходи куда-нибудь. О, отлично. Очередная победа. Ты зачем коня оттуда повел? Он там так хорошо всю партию стоял. Какая это уже? 63-я? 54-я? Да, именно так. Давай, новый дебют. Давай. Пирс. Петя будет доволен, если наше восхождение закончится на пирсе. Я херню сыграл. Смотри, какой слон. Он не рокернул, зачем так ходить? Сейчас будем против этого коня играть. Не хочет меняться, жаль. Да, конь, конечно, уродится. Ой-ой-ой. На премуве. ЦД ожидал. Mm. Я тоже этот ход ожидал. Ой-ой-ой. Повезло. Что был такой, да, парень? Mm. Ну, ладья F2 еще был какой-то ход. Мне кажется, но... не было там мат никакого. Там очень неприятный был. Ладья F2 тоже спасал, но в любом случае. Так, все, нафиг этого слона. Молодец, ты. Это тонкая жертва была или? Да, именно тонкая жертва. В позициях с лишним ферзем я обычно именно тонкими жертвами занимаюсь. Почему он не видит? Ферзь H5, ферзь H5. Почему не ферзь H5? Потому что твои подсказки — это зло. Отличный ход был. Вот видишь, он защитился от ферзь H5. Ладья F7. Ты же тебя запаришь. А, что это? Можно было конем побить. Какие странные жертвы пошли. Так, 164-я победа. Ну не надо. Угу. Конян, это ты его на камурчик посмотрел, да? Нет. Ну на камурчик похожие штуки любит. Ну мне кажется, не такой уж это плохой дебют. Нет, ужасный. Почему? Потому что смотри, черные расставились как белые, даже лучше. Ну а чё в этом плохого-то? Почему на коморочку-то любят играть такую
Шаланду. Комочек большой талант пули. Наверное, самый большой талант пули в истории. То есть делал в его уверенной игре? Ну, конечно. Неужели ты думал, что эти дебюты хорошие? Ну, слоны, смотри, какие активные. Блин, сейчас надо не получить ферзь g5 случайно. Что делать? e5, e4. Блин. Ой-ой-ой. Ой, можно же. Можно, но опасно. Можно ненароком получить мат. Все, защиту. Кстати, времени, Никит, на 6 секунд меньше. У тебя же ты h2. Король f1. Король f2 точно. Да, король f2 спасает. Да, пару секунд нужно еще выиграть. Ой, как больно. Побьют, видимо, сейчас его. Да не, это уже все. Ладью побьют сейчас. Ну, побьют. И что делать? Побьем ферзя. Стараемся. Так, ну у нас 36 минут уже, это жестко. Так, давай, d5, все, ты не успеваешь. Ладно, я заранее скажу. Белыми играем латышский гамбит. Ой, черными. Чего? Черными играем на d5 латышский гамбит. Хорошо? Что, да, ладно. В пуле можно даже это играть. Ну, коня на f6 нового. Чего ты всего один уже 8-17 раз зазывал? Эндшпиль. О, эндшпиль. Будешь эндшпиль катать? Давай проверим. Что ты здесь насчитал? Ничего, по сути. Да, так можно флаг уронить. Создаем проходную. Ой, создали проходную. Король d3. Не успеет. Ой, здорово. Автоферзя, к сожалению, не было. Да, новый компьютер, прошу прощения. Это, кстати, потому что в моих настройках не стояло. При чем здесь это? Да. Мне кажется, там... А, ну ладно. Ну, у меня тоже в настройках не стоит автоферзь. Ну, это по умолчанию его нет, да. Так. Так надо будет формулу поменять. Почему ты не хочешь играть e4? Черными? Да. Белыми. Это тяжело. Такая структура забавная. Знаешь, вот судя по тому, что наш соперник ставит, он довольно неплохо в блиц играет. У него только в пулю проблемы. Типа он тренируется? Ну, он явно имеет представление, что здесь делать. А я нет. Какие-то умные переводы. Я вообще понятия не имею, что происходит. Ну как ты выигрываешь 4-0? Нужно уже что-то играть. Опять мало времени. Ну, мало и мало. Он где-то 7 зевнул. А, где-то 7, да, четкая жертва. Не будем. Если он не увидит, где-то 7, значит, и не увидит. Зевнул еще сейчас. Ой-ой-ой. Сложен, может быть, сложен 2 ставил? Может, не знаю. Блин, времени, смотри, как мало. Нормально. Сейчас он на приходе перешлепает, мне кажется. Угроза, потому что только тут стоит только белые. Реальные. Почему он... А, у него нет полей. Слон G3... О, вот так теперь появилось поле. Бежим, да, называется это? А это не мат? Да. Нет. Король c7, да, следующий ход. Угоробство. Да, он хорошо играет. Ой. Да, 7 секунд. Ферзь g6 где-то был всегда. Угу.
Здорово. Че, опять с ним? Все, он закончился. Где FF, блин? Почему же никто не играет? А че это за дебют, Никит? В стиле я умолю. Да, я знаю. Давай не будем продолжать. Угу. Угу. Конь F7. Что ж ты делаешь? Король, смотри. А здесь матуется без фразя? Здорово. А мат, ой. Это неожиданно, я король цифры считал. Блин, ладно. А еще с ним, его рейтинг большой. Бабака. Кстати, еще пару пунктов и 2000. Да, пора проигрывать. Друзья, так не надо делать. Оу. Слушай, тут же сейчас разнос будет. Ферзь А6 мат. Это не мат, но близко к тому. Ладья Е8. Коня повели на 5. Все, приплыли. Тяжело. Закончили. Так, давай уже нормальную формулу поставим. Давно не меняли. Да, 4000. Да, будет смешно, если мы сейчас до, там, до 3000 дойдем, например. С такой игрой. 1950. Жуть. Я уже проспорил. Ну да, сказал на 2000. Я сказал 2200. Переоценил, точнее, ну да, переоценил скорость. Слушай, 40 минут уже, жути. Нормально. Ну, если там совсем пойдет, там, хорошо, то... Ну, на часы, да? Кстати, можно частенько вот такие вот подъемы, подъем в вершину там. Угу. Частенько такие можно делать видео. Кстати, а спуск с горы, когда ты выиграешь партию, закончится или нет? Мы же вроде договорились, как там будем его закреплять. А, да, я уже не помню. В 5 или 10 играх среднего рейтинга оставался на среднем месте, на среднем уровне. Да. Да мне кажется, я скоро выиграю, Никита. Я на планете 200 держу. А уже до 2300 опустился. Ну да. Талантище. Чего никто не хочет играть с тобой? Посмотри свою статистику. А что с ней не так? Я не знаю, там последних побед 70, наверное. Так, ну пока нажмем на паузу, дождемся соперника. Да нет, но были поражения, ты там напроигрывал, да? Да. Да, ребята, мы продолжаем поднимать рейд, подниматься на вершину. Да, вдохновившись примером Хикару на Канада. Американского гроссмейстера. Посмотрели мы партии 10, наверное, ну 7 точно. Ну, кстати, я должен заметить, что на ческом это более щадящая пуля. Там все-таки есть примув, да. Это очень спасает. Так, что это? Это надо побить, пойти по ней 5. Как больно. Нормально. Успеваем убежать. Пешка остается лишняя. Сейчас он еще, скажешь, попытается отыграть. Скорее всего, это получится. Может быть, а может и нет. Ферзем надо добить, наверное. А что ж такое? Поменяйся, пожалуйста. Не хочет. А, отлично. Ну, b2 дернул. И c3. Красиво. Жертва там будет, нет? c2 выигрывала сразу, ну ладно. А сейчас? А сейчас тоже выиграл, но там убедительней было. Да, сейчас тоже просто ладья d1. Ну, это уж я такая, ну это не зевок, это именно что, просто фигуры подменять. Ну да. Так, ну, мы пока как Хикару. Ты говорил, на каком я остановлюсь? 200. 200, ладно. Не подведи меня. Да, кстати, будем играть дебют месяца или нет? А смотря какой. Какой-нибудь. Будем. Уж они хотят меняться. Ой, как. Такого же менять надо было.
Успеет еще, а уже нет. Ну от короля так. Все осталось вскрыть вот эти пешечки, и все будет нормально в жизни. Ой, это. Я не вижу плана пока. Да, ну вот здесь нет. Надо F6 нам подорвать к этому. Он мне помог с планом. Угу. Тоже, наверное, за себя не видел, поэтому мне помог. Да, на F5 он так устремился. Теперь G4 есть удар. Уже нет. Угу. Вот так вот, тонкий перевод ладьи. Может быть, ферзь e5 сделал, ладья d2. Ну ладно, проехали. А, слон d8 красиво выигрывал. Может, все еще выигрывать. Шажок. Да. Симпатично. Следующий. Да вот, понимаешь, люди с этим рейтингом, они, ну, как бы, играют без плана. Им бы флаг срубить, то есть, играют на то, чтобы... Как мне это знакомо? Люди с рейтингом на 1500 пунктов выше тоже играют. Среди. Так, ну, что там, не хотят люди принимать? Ну, ничего, 10 секунд не принимают, не так уж страшно. Надо найти какого-нибудь 2-100 и сыграть с ним матч. Партия 86. Чтобы он не соскакивал, да. Чё за ник хоккей футбола? Вы что-то знакомое. Мы, по-моему, играли уже с ним где-нибудь там. Не думаю. Если ранг 1, значит он только что созданный. Да? А от ранга? Нет. Ну, в конце ноября создан. От ранга что зависит? Ранг — это опыт игры, стаж игры. А, что? Какие преимущества от него? Да. Не знаю. А, там эти дают очки, которые можно в репутации других менять. Плюс-минус, там, вежливость. Что придумал с админкой-то на планете? Так что здесь придумать? Да когда вот скажешь, тогда я заплачу. Так нужно уже, наверное, создать. Можете закинуть денег, у нас вроде есть там на кошельке. Да, нормально, на этой неделе заплачу все. Без проблем-то. Потом соберу этот... Налог. Налог? Дань. Да, все по полтинничку. Чё, не спи, давай-то. Ну давай на паузу нажмем. Давай. Страшно. Да, погнали. Немножко пропустили момент. 10 секунд фора, защита Алёхина. Вариант бешеных пешек. Да, это мой любимый вариант. Да, слон g5, ферзь h5 идея. Ну или да, b5. Свободен. Тот же вариант. Интересно, будет такой же мат? Нет, конечно. Ферзь h5 идея. Свободен. Честно, белый мед сможет такой же мат получить? Видимо, нет. Жуть. Ничего, человек, а жизнь не учит. Так, напрямую не нужно было взевать слона, конечно. Так, вот видишь, сразу задумался. Меняем белопольник. Нет, не меняем белопольник. Ай, пристал. Ладно. Блин. А что это за ход? Конь G4 хотим? Ну, конь G4 была же крутая идея. Не, она бесполезная просто. Так крутая, да. Угу. Ой, конь G3 будет просто убийцей. Не столько слон на цели. Ну, надо уже вскрыть линии все. Ладно, пора брать. Ого. Да, на F4 тоже отвалилось, да?
Блин, нет никакого отвлечения, да? Удивительно. Похоже на то, что нет. Ладно. А, ладья d4, наверное, был не кинул. Не знаю, так выиграли все равно. Ну да. Без коня. Жалко, мат не склеился. А успею я. Не, ну понятно, что успеешь. 167 секунд лишнего времени. Плах, что-то зачем? Он довольно быстрый. Да. 99-я победа. Вот снимешь. Просто нажимай повтор. О! Дежавю. Нет, ты будет слишком талантливый, получится. О-о-о. Правильно, надо радикально решить проблему. Получаешь мат, зевни коня. Стоп, все. Закончилось же все. Закончилось. Или... Да-да. Е5, ну ферзя лишнего съели тоже неплохо. Ну он очень быстро играет. Зевни, 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 молодец. Повтор. А что ты просто повтор не нажимаешь? Никит. Новый дебют. На полном серьезе. Настолько тупо, что раньше никто не играл. Подменялись. Ну я вроде одну лишнюю съел по пути. Ну слона напал. Не, ну он очень быстро играет. И очень слабо. Так, уже 200, кстати. Еще 100 пунктов, и я победил. И там я буду болеть против тебя. Ой. Конь на f4 упал. Смертью храбрых. Его же побьют сейчас. Побьют, значит, я ничего не потеряю. Что туда ходить будет нечем. Ну да, так у нас без ферзя. Ты говоришь, побьют. Переоцениваешь. Повтор. Вот, видишь? Маньяк какой-то. Одно и то же, смотри. Господи. Слона на d3. А, смотри-ка. Усиление вариант. Рокированный король будет получать мат. Серьезно. Ну, кстати, неплохая идея. В смысле, ну, мата нет. Качество его жалко, конечно. Угу. Он не побьет. Да, лучше зевнуть ферзя. Да. Конь пришел ставить мат. Повтор. Поехали. Ты почти как Хикару. Да, только соперники послабее. Раз в 17. Чё ты меня докопал? Я не могу. Чё это за камикадзе здесь? О боже. Такой вариант, кстати, есть. Будешь смеяться, но он может быть не такой плохой. Слушай, ну у него же рейтинг неплохой достаточно. Видимо, он деморализован. Слушай, я бы тоже расстроился, если честно. А все что ли? Партия закончилась? Нет. Все нормально. Не, ну предыдущий был достойного качества. Да, хорош партий. Конь d7 зевнул. Не нашел. Да, там связь под связкой. Оу. Боль. Напиши хоть ему там спасибо. Там. Ты, мне кажется, и мы с ними партии 6 поставил конями, там, не 6, там 3 точно. Ты как шведки. Безумная жертва. О, покатило. На самом деле нельзя так над соперниками издеваться.
Ну, тупость вернее, конечно. Слона зевнул. Слон на душе, слон. Чек просто намерен флаг срубить тебе, Венки. Угу. Сдался, да? Чё, чё, конь в 6? Ах. Королевский. Ну почему не королевский? В королевском, мне кажется, там чек жуть как догнется. H3. Жертвам ферзя. А, мат легально? Это не мат. Ну похоже. И даже не легально. А чё здесь? Здесь ничего нет. Ничего страшного, две фигуры есть за ферзя. Побоимся, вот играли. Даже я это видел. Все, без понтово. Слушай, какой-то соперник странный, действительно. Угу. Просто лишний ладья, да, вышел? Под мат-то зачем идти? Зато он очень быстро играет. Я тоже. В общем-то. Ты талант в этом вообще. Я в поле плохо играю, я же говорю. Сколько? 9-0. Давай информацию хоть посмотрим о человеке. Я вовремя. Тогда иди. Иди гуляй тогда. Мы не будем с тобой играть. Достал. Ну слушай, ну заживусь. Че, теперь эту надпись даже не удалишь, то есть только консоль сворачивай. Да. Обидно. Иногда там пишут веселые вещи. Форму можно попробовать. Поэт как там. 200. Так, еще Никит, 44 пункта. Ну вот сейчас мы на этом и загнемся. Почему? Ну, у него хороший рейтинг. Сколько у него? 2200 что-то там. Ого. С каких пор ты стал 2200 считать хорошим рейтингом? Ну, для пули это хороший рейтинг против меня. А нет? А у тебя какой? 1003? Я не помню. Это ухудшенная версия Гамбита Моры. Да. Конь c7 все равно выигрывала, кстати. Накидывай. Там ой, что-то ой. Стояло? Я не успел заметить. Что происходит? Можно было получить такой шлак так быстро. Нормально, боремся. Так а что ничего, ничего страшного. Да ладно. Две фигуры заладил, да? Лишнее качество, наверное. Я почему не знаю, что происходит в этой партии. Что-то очень страшное. Что человек делает вообще? Вот теперь лишь. А что я делал? Там в один момент я мог без трех фигур остаться. Все, наш пон прост. Дать мат на f7. Че там какие-то страшные звуки? Да? Как будто кого-то перевариваю. Ну че у тебя? Я знаю, как сейчас закончится партия. Как? Нет. Что нет? Ты не дашь мат. Блин. 276. А что ты с ним опять не сыграл? Боже. Это кто-то другой уже. Видишь? А, да. По 4 минуты. 59 минут уже идет запись, представляешь? Осталось 24 пункта до твоей отметки. Ну, две победы. Вообрази себя Накамурой. Давай так назовем рубрику. Накамура только мастеров и гроссмейстеров обыгрывает сухую. А я второй разряд. Если не третий, не четвертый. Нет, это второй. Просто ну в пуле тяжело играть. Нет, ну... Так. Опять сыграл какую-то чушь. Все нормально. А в чем, ну... Не волнуйся. А чё плохого? А чё хорошо?
Упрёмся в эту пешку. Давай, Упрёмся. ну ладья c5 же хочется, ну что ты. А чё, ловушка там какая-то? Съел бы просто. Ага. Ну ладно, все, отказался от этой идеи. Точно. Тебе нужно поменять слона, да? Может съесть? Нагло. А, там типа ладья c4 в конце варианта. Полишь. Лишний, да, Одного. вышло. И пара секунд форы. Ой. Не знаю, в чем смысл был этих ходов, но... Пара секунд. Можно же было на b4 побить. Ловушка года. Ой. Вроде можно, да? Молодец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, красиво. Красивая партия закончилась. Че, он это играть будет? Да. Нет. 2200. И все, ребята, теперь загнуться. В ближайшую... Может, это правда был ГМ? Чего мы так много пунктов подняли? Теперь ты болеешь против меня, да? Да. Так, там... Час уже идет запись. Ты опять убыграешь, боже, это какое-то скучно. Нормально сейчас все будет. Не волнуйся. А чё убогого там все? Чем тебе не нравится? Ну не знаю, это такой неинтересный дебют. Вот с тем парнем защита Алёхина была интересным дебютом. Только с третьими разрядами, значит, бывает интересный дебют. Почему он ферзь d5 не играет, неинтересно? Я бы уже давно ферзь d5 сыграл. Чтобы не париться насчет этого мата. Лучше бы не говорил. Да, нормальная позиция. А зачем за нас заткнуть все это нужно было? Рефлекс. Я ждал другой ход. Конь e5 можно завесить смело. Ой, зависло. Ой. Ой. Ну это нормально еще. Нет. Ну это да, не знаю. По времени держится. Упс, мат на c1. Вовремя заметил. Коня на g5. Нет, нельзя на коня на g5. Да не то сделал. Да делай уже что-нибудь, 3 секунды. Да хотя не, можешь загнуться вообще. Нормальный план. Отлично. Человек загнулся. Доблестно. А слушай, у него... Он, короче, прогер. Ну, не прогер, это как там называется? Когда у людей плохо с трафиком. Лагер? Да. Не иди, ферзя. Ну, загни же. Пожалуйста. Пожалуйста. Нет. Я был близок. Ты чем с ним играешь? А, ну да, он лагер, ладно. Ну, не отказываться же. F4, 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 ну ладно. Тан-тан-тан. Ой-ой-ой. Слоны какие, да? Ладно. 3-0, D5, ой, D4. А, F4. Конем, молодец. У тебя бы игра появилась. Контр. Так. Мне уже достаточно порядком надоела эта рубрика. Я думаю, второго выпуска не будет.
Ну, так нельзя. Так тут пока у меня происходит. Жуткие лаги, у меня почему-то Смотри, какой ход подвисает сам экран. написал. Ой-ой-ой. О, перекрытие. Вот это задумано было. Ого, красиво. Слон F7 красиво. Поехали. Ну поехали, По 240. А? Скоро уже сшибут меня разок, это ж пуля все-таки. Ну. Я уже чувствую. Блин, ну уже ролик идет. Много времени. 1:05. Вот уже жбан. Может, Ладно. разделим все-таки уже на две части его? Не знаю. Не, ну. А может, это последняя партия? У меня что-то такие подозрения. Да нет, сейчас будет какой-нибудь зевок. На C7 побьет? Ну, нет. Я бы побил. А ты побил бы на C7? Так, где можно? А, ну ничего не дало. Ладно. Ни тебе, ни ему. Да. Мне время дало. 5 тоже. секунд. Не, у него не лишние, кстати, между прочим. Ну да, я поэтому и говорил, что это будет последний. Нет, я верю, что будет продолжение. Ой. Вот это уже неприятно поменять. Никит. Ничего не изменилось. А? По сути же ничего не изменилось. Ну конь такой на E5. Шикарный. На 6 секунд, да, ты срубишь нам просто. Так. Кстати, преимущество тает. Конечно, 4. Какая у вас напряженная концовка партии. Упс. Упс. Все, флаг. Только флаг. Че же он не ест эту пешку? Мне не интересно, да? Я бы давно съел. Ничейка будет считаться за окончанием или нет? Да, конечно. Ого. Ну, шансов выиграть тут никаких, если честно. Он сейчас подменяет. Нет, он будет. О, да. Все, на Всё. этой. Ну я не угадал. Знаменательной ноте. Нет, не угадал. 2242. Ну почти, я был близок. Я был ближе, чем ты. Да. Всем, кто потратил на это час невероятное по своей тупизне убожество. Огромное спасибо. Да.